Добрый день, уважаемые абитуриенты. Разрешите представиться. Меня зовут Репникова Наталья Александровна. Я являюсь представителем компании акционерного общества территориальной генерирующей компании номер 11. Являюсь главным специалистом по подбору и развитию персонала. Сегодня мы с вами познакомимся с нашей компанией. Для начала я хотела бы вам рассказать о группе Интерау, частью которой является наша компания. Это диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Деятельность группы охватывает производство электрической и тепловой энергии, энергосбыт, международный энерготрейдинг, инжиниринг, экспорт энергооборудования, управление распределительными сетями. Интерау является единственным российским оператором экспорта и импорта электроэнергии. География поставок включает в себя Финляндию, Белоруссию, Литву, Украину, Грузию, Азербайджан, Южную Осетию, Казахстан, Китай и Монголию. Группа Интерау также управляет энергосбытовыми компаниями, гарантирующими поставщиками в 12 регионах России. Как я уже и сказала, наша компания является частью этой группы. Разрешите ее представить. Это ПГК-1 – это самая крупная компания, генерирующая в Сибири. Она объединяет в себе электрогенерирующие мощности Омской области. В состав компании входят три теплоэнергоцентрали – ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5. Установленная мощность электрическая – 1565 мегаватт, тепловая – 3669 гигакалорий в час. Общая численность компании – около 1900 человек. ТЭЦ-3 работает на природном газе, ТЭЦ-4 работает на угле и природном газе, и ТЭЦ-5 работает на гипостузском угле и каменном угле. Почему нужно присоединиться к команде группы Интерау? Ну, во-первых, это работа в стабильной, активно развивающейся компании. Наши сотрудники получают достойный уровень заработной платы. Всем специалистам, работникам компании предоставлена индивидуальная прозрачная траектория развития карьеры. Компания активно участвует в разработке и реализации проектов, направленных на экологическое и безопасное ресурсосберегающие технологии, сохранение жизни, здоровья и трудовой активности и профессионального долголетия работников. Работникам компании предоставлена возможность обучения в рамках компании, развития своих профессиональных навыков. В компании проводится очень много общественных корпоративных мероприятий. Есть молодежный актив, есть туристические слеты, марафоны. У нас своя хоккейная команда, футбольная команда, волейбольная команда. Проводится регулярное соревнование по боулингу, шахматному, бадминтону. Компания ТГК-11 – это очень дружный коллектив энергетиков, где всегда присутствует комфортная атмосфера. Сотрудники пользуются полным социальным пакетом. Предусмотрено добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев, а также санаторно-курортное лечение. Доставка на работу транспортом предприятия. Есть компенсации за пользование тепловой электрической энергии, а также материальная помощь по различным обстоятельствам. Акционерное общество очень давно взаимодействует с Государственным техническим университетом. Около 400 сотрудников компании – это выпускники технического университета разных годов выпуска. И результатом такой совместной деятельности стало рождение базовой кафедры промышленной энергетики, которая основана была в 2017 году. Направление подготовки на этой кафедре – это теплоэнергетика и теплотехника, электроэнергетика и электротехника. В чем преимущество базовой кафедры? Во-первых, производственная преддипломная практика проходит на структурных подразделениях компании под чутким руководством профессионалов энергетики. Выпускникам компании оказывает содействие в подготовке и защите выпускных квалификационных работ. Многие проекты реализуются именно по оборудованию, установленному в основных цехах наших станций. Преподаватели на этой базовой кафедре не только технического университета, но и наши работники практики, лучшие энергетики. Практическое обучение и тренажерная подготовка на современном энергетическом оборудовании. Также предусмотрена индивидуальная траектория обучения для целевиков. Наша компания активно участвует в научно-практических конференциях общественной жизни страны, региона, и поэтому
с удовольствием всегда привлекаем для таких работ наших студентов, участников базовой кафедры. Ну и последнее, что мне хотелось бы сказать, это о целевом обучении, которое компания объявляет в 2020 году. Компания объявляет набор на степень бакалавриат по трем специальностям – теплоэнергетика, теплотехника, профиль подготовки – промышленная энергетика, либо тепловые электрические станции. Следующее – это электроэнергетика, электротехника, профиль подготовки – электроснабжение промышленных предприятий, линейная защита и автоматизация энергетических систем. Еще один профиль, которым в этом году мы заявляем, это автоматизация технологических процессов и производств по профилю подготовки компьютерной технологии управления автоматизированных производств. Что дает вам целевое обучение от компании АО ТГК-11? Разумеется, это гарантированное трудоустройство. При успешной академической успеваемости компания ТГК-11 ежегодно проводит конкурс именных стипендий. И ребята по итогам предыдущего курса обучения при отсутствии удовлетворительных оценок в зависимости от количества оценок отлично устанавливается определенный размер именной стипендии. Предусмотрена производственная преддипломная практика, стажировка на базе предприятия. Также рассматривается индивидуальная траектория обучения. И по окончанию бакалавриата рассматривается вопрос по обучению в магистратуре, также на целевом обучении от компании. При этом вы можете уже совмещать работу вместе с обучением в магистратуре. Что нужно сделать для того, чтобы заявить о себе как желающим заключить договор о целевом обучении? На слайде отражены мои контактные телефоны. Пожалуйста, можете обратиться ко мне. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы, которые у вас возникают. Также можно информацию видеть на официальном сайте технического университета, либо обратиться к куратору, который курирует у нас целевое обучение, Охотникову Александру Анатольевичу. Я желаю вам успешной сдачи экзаменов по ИТ. Приходите в нашу компанию, мы с удовольствием вас примем в наш дружный коллектив. Большое спасибо, до свидания.